Всем привет! Привет, дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие невесты! Сегодня у нас будет интересный выпуск, собирательный выпуск. Сегодня мы поговорим о том, что нас ждет, что нас будет ждать в ближайшие 2 месяца. Ну а также я дам совет для тех, кто на своей свадьбе будет проводить выездную регистрацию. Итак, на протяжении всего лета я делилась с вами своим опытом, вы, в свою очередь, давали обратную связь и рассказывали о том, что вы знаете, что вы видели. Мы вместе с вами фантазировали и генерировали идеи. Так вот, следующие 2 выпуска я также посвящу объединяющим традициям. И, внимание, следующий выпуск я посвящу самым необычным объединяющим традициям, которые я когда-либо проводила на своих выездных регистрациях. Это будет интересно. После этого у нас уже закончилось лето, наступила осень, и мы медленно, но верно приближаемся к зиме, поэтому я готовлю специальный выпуск по объединяющим традициям, который так и называется «Объединяющие традиции на выездной регистрации зимой». Не пропустите, интересно будет узнать и ваши мысли. После этого мы закончим такой большой объемный блок с объединяющими обрядами и перейдем к следующим темам. И вот что же мы для вас подготовили. Итак, разберем с вами, когда и в какой последовательности выходит жених и невеста. Далее поговорим о том, что делать, если гостей много, а стульчиков на выездной регистрации мало. Хороший вопрос. Я выписала себе здесь эти темы, поэтому к ним обращаюсь. Итак, также поговорим о самых распространенных факапах на выездной регистрации брака и даже заденем тему фобий. Такие самые распространенные фобии выездных регистраторов. Также, где должен стоять регистратор на свадебной церемонии и топ-10 ошибок, которые совершает каждая невеста при подготовке выездной регистрации брака. Все эти темы мы будем с вами обсуждать, разбирать на протяжении следующих 2 месяцев. Сегодня я специально не взяла какую-то определенную тему для того, чтобы раскрыть. Сегодня, как вы могли заметить, у меня новый интерьер, мы переехали, мы пробуем нашу квартиру, насколько она комфортна для съемок. Возможно, вы слышите, вернее, не четко меня слышите, поэтому это видео такой некий тест-драйв. Дайте обратную связь, если хорошая картинка, если хороший звук, то я буду продолжать работать в этом помещении в том же режиме. Если чего-то не хватает, мы обязательно исправим эту ситуацию. Так вот, чтобы видео было полезным для вас, я подготовила совет. Совет для тех пар, которые на своей свадьбе будут проводить выездную регистрацию. Так вот, вопрос, я его даже себе выписала. С какой стороны от жениха должна стоять невеста? Вот, казалось бы, простой вопрос, но, тем не менее, некоторых он повергает просто в ступор. Почему? Потому что до церемонии вы об этом не думаете. Вы начинаете думать об этом только тогда, когда наступает вот этот вот самый момент X в вашей жизни. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. И сейчас я развею абсолютно все ваши страхи и, конечно же, расскажу, с какой стороны должна стоять невеста. Согласно доброй русской традиции, невеста должна находиться слева от жениха, под левую руку. Сама показываю под правую, с вашей стороны это лево, то есть под левую руку, так сказать, под сердцем у жениха. Ей будет комфортно. Правая же рука у жениха остается свободной. И вот по старым русским поверьям, этой рукой правой он защищал свою будущую супругу, свою жену, то есть она должна быть рабочей. Вот вам ответ на этот, казалось бы, каверзный и сложный вопрос. С какой стороны от жениха должна находиться невеста? Если верить традициям, если вы человек суеверный, тогда слева. Но современные пары, они, конечно, идут в ногу со временем и зачастую закрывают глаза на все традиции, на все приметы и руководствуются исключительно тем, что для них комфортно. Я также говорю своим парам, что да, если вам комфортно располагаться по правую руку, как, знаете, девочки еще говорят, у меня правая сторона рабочая, она много фотографируется, мы сейчас все много фотографируемся, много снимаем себя на камеру и прекрасно знаем, какая сторона у нас рабочая. Поэтому если по традиции вы должны располагаться слева, а левая сторона у вас не рабочая,
то вы можете закрыть глаза на традицию и расположиться так, как вам будет комфортно. Поэтому вы можете расположиться справа и наслаждаться процессом церемонии, зная, что у вас получатся самые красивые фотографии. Вы на них будете идеальны. Итак, какой же вывод следует из моего монолога? Если вы человек суеверный, если вы хотите, чтобы все было согласно традициям и канонам, то на выездной регистрации вам нужно располагаться по левую руку от жениха, то есть со стороны сердца, быть у него под сердцем. Если вы хотите, чтобы ваши фотографии были идеальны, знаете, что ваша сторона рабочая другая, вы можете нарушить все каноны и расположиться именно с той стороны, с которой вам будет максимально комфортно. Берите на заметку, мы уже увидимся с вами в следующий четверг. И я расскажу вам о самых необычных объединяющих традициях, которые я когда-либо проводила на выездной регистрации. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Я все читаю, все смотрю и, надеюсь, оперативно реагирую. Пока-пока!